что, мне уже отпилили мой красный опасный цвет. Я даже стала, Катя, я больше не опасная женщина. Верни мне. Что я теперь опять мышь, полевка, крыса, вот это вот красноглазая сегодня еще. Ногти абсолютно голенькие, но абсолютно целенькие. Кроме вот этого вот большого, наверное, немножко нарастим. Длину хочу оставить. Хочу, чтобы у меня были прям, чтобы я сокола, когда по столу что-то печатала. Вот так вот. Вот все. Интересно, конечно. Опилок от меня по всему столу, по всей лампе. Блин. Зачем ты этот пылесос выставлял? Или он пылесосил сюда? В резервуар, да, в какой-то? Мешок. Придумал уже. Ну, если бы без этого, конечно, было вообще жесть, да? А это что такое? Это ты мне... Кутикулы вот эти? Как они называются? Краску стираешь? Хочу такие длиннющие ногти. Чтобы скоро зимняя рыбалка, чтобы опарыши там скапливались. Да. Главное не забыться. И когда на природе потом сидишь, перекусываешь, я же люблю пальцы облизывать, опарыши не слезны. Что? Ты тоже на рыбалку опарыши надеваешь на крючок? Катя, все, работа на рефлекс, не надо. Голова кажется такая огромная в кадр, влезающая просто. Такие ногти. Так они без лака смотрятся как-то ущербно. Вы вообще ничего не чувствуете? Спрашивали, больно, не больно? Вообще никак. А что должно быть больно? Здесь это вот огрубевшая кожа, вот она, здесь заусенцы. И она, кстати, не так много в этот раз, может, потому что я раньше пришла, а может, потому что я маслом стала чаще пользоваться для кремом для рук, поэтому намного проще все отрезается. Ну, какие же красивые у нас получаются. Катя, ты у меня рукоделица просто. Ой, блин, еще раз. Ну, ладно, еще раз, еще попозже. Ну, какие всякие штучки-дрючки блестящие. Почему-то напомнила этот бурмашину доктора зубного, вот эта всякая тема. А это кое-что другое напомнило. О, какая страшная штука. Выпиливалка. Да, серьезное мероприятие. Я выгляжу сегодня как ведьма, блин. Ведьма я, эхо ведьма я. А, такая зашла, брат такой говорит, ничего себе у тебя, говорит, брови. С порога говорит, вот это да. Я говорю, ты, блин, прекращай, я только привыкла сама. Он, конечно, не ожидал, был слегка шокирован. Что-то так мутно как-то смотрит. Может, с этой стороны получше. А с этой стороны тоже как-то свет отсвечивает. Ну ничего, вроде посидел, попривык. Эмилия Кларк. Осталось тут уже, сняли лак старый, сняли гель старый. Сняли, короче, все эти покрытия. Ой, зарядка 20%. Делаю сейчас маник, обрезаю эту хрень и будем красить наконец-то. Выбрали. Девушка предлагала золотистый цвет сделать, но это, наверное, надо золотистый посмотреть, более золотистый. Я поняла, о чем она говорит. Такой прям золото-золото. У нас такого нет. Следующий раз будет. Какой? Брызги шампанского. Брызги шампанского будет в следующий раз. О. Вот уже обрезала кутикулу, с этой стороны спилила. Новый год, короче, сделала. А? Мы Новый год сделали. А Новый год этот год тигра, Олеговый год, да? Да. И надо... Ой, я вообще не могу на себя смотреть, видимо, у меня волосы как будто же грязные, но я вот мылась перед тем, как пойти на маник. Маски. А? От маски. Да, от вот масло надо как-то рассчитать, я слишком много масла опять бахнула на волосы, они пожирнели. Еще бы я это забыла. А, Новый год Гутигра, нужно одеть, что-то надеть, что-то зеленое. Я посмотрела на Озон платье зеленое, оно такое из эко-кожи. Помните, у меня такой черный комбинезон, только такое платье, оно полностью такое вот к телу прилегает, немножко такие воланы рукава и до середины бедра. Коротенькое платье, темно такого зеленого болотного цвета. Это раз. А другое платье вот идет вот так.
И вот здесь такие вот, не здесь рукава, а сами по себе здесь такие рукава, и оно такое все приталенное, платье-карандаш идет чуть ниже колена, тоже такого цвета, не знаю, как объяснить, вкусная новогодняя елка, что ли, вот такого вот что-то похожего. И типа тигр не любит блестяшек, у меня в том году было зеленое платье, оно блестящее. Я вот не знаю, стоит, наверное, не стоит, да, на 2 года подряд одевать это же платье. Наверное, не буду, одену какое-нибудь другое новое куплю, буду искать. А туфли, кстати, новые за счет, я выключила, забыла сказать. Ну все уже, у меня алё, не гусей, у меня уже глазки слипаются. Туфли черные я купила, босоножки с открытым носом, вот буквально не так давно. Палу фирма забыла. Палу, 3 рубля на Озон взяла, у меня еще была скидка. Какая-то они там около 5 стоили. Как-то так получилось, что я на них вовремя попала. Давно они в корзиночке валялись, осталась там последняя пара. И как раз в мой размер. Абсолютная замша, да, у меня... Слабость на замшу, обувь, мы все помним, сапоги, туфли, у меня этих туфель на самом деле для замшевых, и синих, и черных лодочек, и босоножки, и какие-то такие, типа сабо, как правильно сказать, не знаю. И балетки у меня замшевые, ну нравится мне эта обувь замшевая, только за ней единственное, что уход сложный, но зато она того стоит, она так клево на ногах смотрится вообще. Вы-то в чем пойдете на Новый год, определились уже? Зеленое, не зеленое, или как хотите, так хотите. Что готовить будем? Может, есть какие-то блюда, которые вы там точно? Давайте рецептами поделимся. Мы с Катей решили, что будем делать пряничный домик. Да, на Рождество пряничный домик будем делать. У нас даже есть это айсинг, кондитерская за хрень для пряников. Все, есть, будем делать пряничный домик. Поделитесь рецептами, поделитесь чем-нибудь интересным в комментариях. Сюда, пока есть возможность читать, читаю. С удовольствием отвечаю всем. Если вы заметили, отвечать стала всем. Все разгребла вроде бы. Извините, кому не отвечала. Было слишком много завал сообщений. Какая красота. Аккуратная аккуратность. Ну-ка, вторая ручка. Тоже. День четко. Все четко. Блин, длиннющие такие же. Но все равно, пусть еще растут. Чтобы опарыши там копились. Уже формируются мои кацапочки. Красивушные такие. Переверни. А оно что, там растекается как-то, да? По положенному образу. Этот нарастили чуток. Будем еще его выпрямлять и обтачивать. Почему-то всегда сбоку ломается. Оставить. Ставлю. Все. Да сейчас, ты видишь, кино идет. Ты вот все торопишься. Переверни, говорит. Сейчас уже. Вон. Сколько тут? 4 нам. О, уже 4. Тут 4, тут 1 остался. Блин, вы так отсвечиваете, да? Вот так поставьте. Так вроде не сильно отсвечиваете. Все равно плохо видно. Тихо, не дергай. Не дергай. Плохо видно. Осталось тут 1. Здесь уже тоже 4. В общем, большие пальцы остались. И можно красить. Господи, какая я ведьма я. Эх, ведьма я. Тихо. Ругается на меня мастер маникюра. Говорит, дергаешься, я дергаюсь, да. Все, закончили покрывать. Гель-лаком или еще, как это называется? Гелем. Закончили покрывать гелем. Ногти мои превратились вот эти вот крысиные. Прививка начинает действовать. Чувствую, что как-то не очень. Размазывает меня, голова начинает. Это что-то температура, по ходу дела. Начали мы покрывать вот эти вот ноготочки беленьким, да. Беленькие будут с растекашечкой, а все остальные будут бордовые. Пока на первый слой на одной ручке, как это выглядит. Потом будет растекашечка. Ой, ногти, правда, длиннющие. Пальцы такие длиннющие стали. Какой-то. Как у гриб такой, знаете, пальцы дьявола торчит из земли. Такой. Так и у меня тоже. Держу. Так реально смешное видео. Катя просто превзошла сегодня себя. Это что это такое? Красиво. Не превзошла, что ты меришь-то? Ну, мне нравится. Это лучше, чем вот это вот, да? Смотрите, вот это вот. А вот какая красивая бабочка. Мне очень нравится. Просто пушка. Обалдеть.